3 апреля в Хотинском сельском поселении состоялось долгожданное открытие нового дома культуры, построенного в рамках национального проекта «Культура». Он носит имя прославленного адыгского композитора, уроженца этого аула Умара Тхабисимова. На торжественное мероприятие были приглашены глава района Заур Хамирзов, старейшины и жители аула. Добрый день, уважаемые жители аула Коц, добрый день, уважаемые гости. Мы приветствуем вас на самом долгожданном событии в ауле Коц за последние несколько лет. Первый концерт в новом, красивом сельском доме культуры, который был построен в рамках национального проекта «Культура» и сегодня принимает в своих стенах дорогих гостей и артистов. И, конечно, кто мог стать первооткрывателем этой прекрасной сцены? Как не уникальный прославленный коллектив, у которого в этом году юбилей 85 лет. Обладатель медали «Слава Адыгеи». Кавалер Ордена Честь и Слава Третьей Степени Республики Абхазия. Государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи «Нальмас». Художественный руководитель и главный балетмейстер, народный артист Адыгеи. Заслуженный артист Кубани и Республики Абхазия Аслан Хаджаев. Мы никогда не устанем говорить слова восхищения, когда он на сцене. Ему по-прежнему нет равных. Вся красота и грация адыгского народа, вся эстетика древней культуры, вся самобытность традиций – это все он, Нальмас. Ну а сейчас я приглашаю на сцену человека, благодаря усилиям которого в нашем районе осуществляется все больше и больше национальных проектов в различных направлениях. Человека, который с большим энтузиазмом поддерживает все проекты, которые становятся новой точкой отчета ультрасовременного времени. Глава администрации муниципального образования Кашикабльский район Хамирзов Заур Аскарбиевич. Дом культуры, Нальмас Шахзаутох, Мадгея, Мадгацхум. Бенах, коллектив Дарой, коллектив Дахи, Адыга культура Азгалава, Диару. Дэз жа снова кот халяжа, цхукот. Я парева тажжбанама республиками глава вам, Бельмурад Мухугама, Мерзаиди Анатал. Хот сусалю, паназаур, хуапсу халяжа, Ашмаама Мердиана. Рамазан, жаль, хоть и хотя жахам, зачем так обсуждать за душу. Пупр у Набады, Атля Жангуи, Жокер Жангуи, Город Жангуи, Пашифангуи, Атля Жангуи, Менсвит на Зауде, Яши. Сабаб жилям хохну и дусутава. Жилиза так обсуждать, но так она мас мэжи за душу. Зачем жилиза за жилю сахокуфа, так и обсуждать, яга, мис моду хэрого, зачем закирахазабтан. Затем глава района Заур Хамирзов наградил почетными грамотами администрации муниципального образования Кашхабльский район коллектив Государственного академического ансамбля народного танца «Адыгеи Нальмас» и некоторых его сотрудников за высокий профессионализм, значительный вклад в развитие культуры Кашхабльского района и в связи с 85-летием коллектива. Почетная и приятная миссия выступить первыми на новой сцене была предоставлена всеми любимому государственному академическому ансамблю народного танца «Адыгеи Нальмас». Этот прекрасный концерт стал замечательным подарком для жителей аула. Адыги на земле моей живут, их издревле черкесы зовут. Смеются солнце, добрых ждут дождей, живут адыги на земле.
а ты о них не знаешь ничего. Ни песен их гортанных, ни традиций. Когда в ауле человек родится, то дерево сажают в честь него. А ты бы видел, как они танцуют, а ты бы слышал, как они поют. На скакунах по праздникам горцуют, черкески и кинжалы достают. Давно не пахнут порохом ущелья, давно над ними пули не поют. Бывает жарко только от веселья, когда невесту замуж выдают.